Волошин. Я представляю газету «Новая Москва», 24, газету «Динамо». Хотел бы поздравить вас с наступившим или наступающим, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео, новым 2017 годом. Желаю вам счастья, здоровья, любви, здоровья вашим близким. Берегите друг друга, радуйте друг друга. Ну и не забывайте про «Новую Москву». Жителям, всем гостям нашим, которые к нам приезжают, побыстрее сделаем, открыли эстакаду нашу, чтобы, ну и хорошего благоустройства в нашем городе, чтобы мы были не хуже, чем все районы города. То есть вы готовы ждать иностранцев, вы сказали, туристов? Очень даже готовы. А есть отели в Щербинге? Ну, пока нет, но думаем, что когда, со временем построим. Давайте пожелаем, чтобы пожелаем нашему правительству, да, нашим местным людям, чтобы они приобрели всю ту инфраструктуру, которую мы с наступающим Новым годом нашу администрацию во главе с Александром Викторовичем Цыганковым. Здоровья ему и благополучия его семье и всем его родственникам. Спасибо вам большое. С наступающим Новым годом вам. Вас. И да, у меня спасибо. Вот такой вот подарок. Ой, что это такое? Да. Дуйте туда, и у вас язычок вытягивает. Спасибо. Спасибо вам большое. С Новым годом вас. Пожилых была пенсия достойна. У молодых поколений, чтобы не было новых веяний. Не забывали старичков и молодые. Но в то же время, чтобы работа была для молодых. Всего хорошего, главное здоровье. Скажите, какой подарок вы считаете самым таким необходимым в семье? Что подарить стоит? В каком смысле? Ну, может, я не знаю. Материально. Или... Может быть, ну, что можно подарить? Материально, скорее всего, да. Что посоветовать? Потому что сегодня 31 число, все бегают. Материально, я даже не знаю, что можно посоветовать. Материально, вот, чтобы детей побольше. Чтобы кастрюля была. Это кому как. Скажите, для жителей Щербинки, что пожелаете эстакаду новой? Для жителей Щербинки. Ну, в принципе-то она нужна, эстакада-то. Но дело в том, что ближайших домов она будет задевать сильно. Шум. Что еще можно пожелать? Всего хорошего. Спасибо. Главное большое. Настроение и здоровье, чтобы спасибо. Было. Спасибо, здоровья вам. И чтоб... Вы хотели бы сказать жителям Новой Москвы, что пожелаете, что сами себе желаете, скажите, пожалуйста. Я хочу пожелать всем крепкого здоровья. Это самое основное, что надо всем. Мирного неба над головой. И всего самого наилучшего. Всех благ. И всем родным, чтобы не было потерь ничего, чтобы не было, чтобы был мир. Самое основное. И здоровье. Скажите, что сегодня должно быть на праздничном столе обязательно? Оливье с свёртой фасолью. Скажите, а малышка уже будет с вами праздновать сегодня ночью или нет? Это у нас малыш. А, малыш? Да, нашего ребенка. Будет спать или нет? Нет, конечно. Под елкой будет сидеть. Спасибо вам большое. Спасибо, с Новым годом вас. Вас тоже. Спасибо. Чтобы все жители Москвы получили подарки. Какие подарки? Разные. А сама что хочешь? Маме что-то подаришь? Или маме Дед Мороз подарит, сам с ней разберется. Да? А что мама хочет на Новый год? Скажите, пожалуйста. О, мама, здоровья своим детям хочу. Вот. Ну и чтобы у нас все было хорошо, и чтобы у всех жителей Москвы все было хорошо, и все желания исполнились. Хорошо, так, подарки я обещал, в кармане где-то есть. Вот, ребят, смотрите, знаете, что это такое? Знаешь, что это такое? Туда нужно дуть. Так, и розового такого здесь. Спасибо. С Новым годом вас! И счастья, вас здоровья! Тоже, да, вам с наступающим! Счастья, здоровья и всего-всего-всего! И побольше! Спасибо большое! Берегите себя, до свидания! Всего доброго! Спасибо! Прекрасной жизни! Какой прекрасный? Что значит прекрасная жизнь? Ну, прекрасная жизнь, которая. Эстакада или без эстакады? Которой мы жили. Ну, я имею в виду, эстакада нужна, конечно, естественно. Скажите, у вас такая вот кепка патриотическая. Вы с ней там до 1 января до конца будете? Вы Дедом Морозом сейчас уже. А, то есть вы Дедом Морозом. Смотрите, мы дарим всем подарки. Желаем вам тоже всего хорошего. Всего наилучшего. Вы можете прямо сейчас его использовать. Это курить, что ли? Да, попробуйте, курите. Попробуйте. Спасибо. С кем будете отмечать Новый год, скажите? С Путиным? С Путиным? Да. С телевизором, что ли? Или с настоящим Путиным? Я поеду на Красную площадь поздравлять его. Но в Москве не останетесь? Нет. Не останетесь. Понятно. С наступающим вас. Всего доброго. Спасибо. Вам от Михаила Михайловича. Спасибо. Спасибо большое.
сегодня, чтобы можно действительно привнести в нашу новую территорию столицы? Ну, хорошее строительство, ну, работы, самое главное, все работы. Скажите, пожалуйста, что детям можно подарить на Новый год? Машинки. Только машинки? Так, ну машинки у нас нет с собой, у нас есть другие маленькие подарочки. Что есть, пожалуйста, с удовольствием. Знаешь, что такое? Что? Умеете пользоваться? Надо. А для вас другое, ну может быть тоже. Спасибо. Может, знаете, что это такое? Ломаете, да, есть светящийся браслет. Сейчас у меня есть такая штука, которая держит весь этот браслет. Ой, надо вытирать, чтобы только грязно не было, да. Для вас, пожалуйста, с Новым годом вас и счастья, всего здоровья вам, всего доброго.